Фура везла партию пингвинов в зоопарк, но по пути заглохла, и случилось это возле гаишного поста. Жара неимоверная, ну, соответственно, ничего не работает. Водила переживает, что груз у него помрет в такой жаре. Обратился к гаишнику. Ну, говорит, слушай, помогай, надо этих пингвинов срочно в зоопарк как-то, блядь, доставлять. Ну, гаишник понял, говорит, сейчас тормозит тачки, доебывается до них, то огнетушитель, там, птичь по мелочам. И вместо того, чтобы брать штраф, договариваться с ними о том, что там, возьмите парочку пингвинов, да бросьте до зоопарка. Ну, короче, почти всех сбагрил, осталось там пара-тройка пингвинов. Тут он останавливает конкретную тачку с реальными пацанами. Ну, значит, это, говорит, так и так, все объяснил. Да не вопрос, командир, сажай, погнали. Все, посадил, они уехали. Через некоторое время смотрит, эта тачка в обратную сторону едет, значит, а он ее останавливает, смотрит, пингвины сзади с мороженым, с шариками. Он говорит, слышь, вы че, я же вас просил в зоопарк их отвезти. Он говорит, нормально все, командир, в зоопарке были, в кино были, сейчас в цирк едем.